декабря 95 года рождения. Уральский федеральный округ, город Челябинск. Дзюдо занимается с 2004 года. Лучший спортивный результат – второе место Уральского федерального округа. Тренер Шишков Александр Борисович. Белый кимоно. Сергеев Михаил Александрович, 95 года рождения. Сибирский федеральный округ. Город Болотное. Дзюдо занимается с 2000 года. Тренер Янковский Сергей Викторович. Лучший результат. Третье место на Кресте России в городе Нальчике в 2010 году. Представляю участников «Татами-3». Синий кимоно Арипазов Равшан, 1996 года рождения. Представляет Северокавказский федеральный округ, город Черкесск. Тренируется с 2003 года. Под руководством Акбаева Ансора Каналиевича. Белый кимоно. Хлобыстин Дмитрий, представляет город Санкт-Петербург, тренируется с 2005 года. Лучший спортивный результат, первое место города Санкт-Петербурга. Тренируется под руководством Бекова Александра Валентиновича. Также Павлова Евгения Александровича. Yeah.
Татами 2. Спорт. Победил Хлобыстин Дмитрий, Санкт-Петербург.